We'll be right back.
котята, мы сейчас заезжаем на улицу, там, где находится наш колледж, в котором мы снимали. Мы еще не знаем, в каком состоянии этот колледж. Мы первый раз сюда едем и переживаем. Больше 2 месяцев нет электричества, нет связи. Да, с ним он может быть как и в хорошем состоянии, так и наоборот. Мы, конечно, надеемся на лучшее, но что будет, то будет. Сейчас все вместе увидим. Да. Так, сейчас увидим. Смотри, а возле колледжа нашего вон дом полностью выгорел. Полностью, покажи ребятам. Ё-моё! Наш дом целый, но рядышком выгорело. Ребята, дом просто полностью сгорел. А наш? Наш колледж в порядке! Да подожди, мы еще не знаем. Ну, со стороны все с ним хорошо. Вроде бы даже окна не повылетали. Как я волновалась за колледж. Вы себе не представляете, сколько тут вообще вещей наших. Сегодня мы некоторые позабираем, которые очень нужны. Если они еще там остались. Да, потому что очень много мародеров, которые вламывались в дома и забирали вещи. Выбивали окна и забирали. Так, все, выходим. Колледж. Очень рада здесь быть. Последний раз мы здесь были за день до войны. И кто бы мог подумать, что так все случится. Ну вот мы здесь и с колледжем. На первый взгляд вроде бы все хорошо. Я теперь обувь испачкала. Я даже не могу сейчас передать вам, что я сейчас чувствую. Я думала, я вам все это расскажу, но у меня просто нет слов. Пропал дар речи. Я в шоке, что наш колледж уцелел. Потому что то, что произошло с соседними домами, это кошмар. Это просто кошмар. И этот дом находится буквально недалеко от нашего колледжа. Если бы что-то пошло не так, то наш бы колледж мог тоже пострадать. Как вы могли уже заметить, что пока мы ехали сюда, мы проезжали такие городки, как Буча, Гостомель, Ирпень. Те города, которые больше всего пострадали. Честно сказать, одно дело, когда ты это все видишь на фотографиях, на видео, в интернете. А совсем другое дело, когда ты это видишь своими собственными глазами, проезжаешь, смотришь из окон машины и просто не веришь своим глазам, что это все происходит в твоей стране, в тех местах, которые ты много раз бывала до войны. И там просто нереальная красота. Я любила там гулять. Мы вот буквально за месяц до войны с подругой там прогуливались, как раз обсуждали инфраструктуру, как здесь классно, сколько парков. И сейчас это просто 90% превратилось просто в руины. И множество из домов, что там находится, к сожалению, не подлежат восстановлению. Все, мы будем заходить в колледж и забирать вещи. Страшно? Ну, как сказать, трепетно очень. Так, ребята, узнаете эти места? Здесь очень холодно. Около 2 месяцев не было тут электричества, света. Соответственно, не отапливалось ничего. Конечно, да, очень холодно. Словами не могу передать, у меня даже ручки немного трусятся. В общем, мы в колледже, наконец-то нам удалось сюда приехать. Безумно этому рада. Мы бы еще раньше приехали, но, к сожалению, не пускали. Какое-то время пускали, потом опять не пускали.
так как, по-моему, семья, не помню, заехала тоже, как и мы, и, я так поняла, куда-то отъехали в сторонку и подорвались на мине. Сейчас тут очень много всего. Смотри, побитые стекла. Значит, здесь все хорошо. Подожди, а вот... стекла побитые. Серьезно, серьезно, вот. И подожди, вот. А вот тут может что-то быть? Видишь, оно немного... Жалюзи сорваны. Это, наверное, где-то дом, который взорвался рядом. Да. Ударной волной. О-о-о. Так, подожди, так это окно или какое? Это я пооткрывал жалюзи только что, но я не могу понять. Ага. Стекло вижу, разбитое. Видите, ребят, все-таки какие-то последствия есть. Наша гардеробная, сколько тут вещей осталось. Ой, как я рада, что здесь не было мародеров. Да подожди, я еще не знаю, но пока не видно. Пока не видно. О, попадала картина, вот ведерко. Ой. Вроде бы Даша, все. Что? Смотри, недопитая пепси-кола, когда мы последнюю съемку. Ты да. рассказывала ребятам, что мы последнюю съемку провели да. 23 февраля. И почти в час ночи отсюда мы возвращались домой. В час ночи. И через 3 часа? Через несколько часов, 2-3 часа, уже русские в 2-3 километрах от нас начали бомбить наши города и уничтожать. Представляете? А мы даже не знали, приехали домой, легли спать, и только утром уже услышали. Мы проснулись очень поздно, мы проснулись где-то в 10-11, где-то узнали, так. И что началась война и разрыв. Запасов воды у нас еще. Да, у нас тут всегда очень много сладкой фанта. Воды. Печеньки не хочешь. Холодильник завонялся или тут, в принципе, не было? Ну, цветочек посмотри, ему все, она. Цветочек, такой красивый. Смотри, сколько нашей еды. Сникерсы. Да, ребят, тут много всего пооставалось. Мы столько еды привезли, все испортилось. Конфеты. Еще мне непонятно, почему... Картина упала. Я только что тоже зашла, смотрю. Картина упала. Мы же когда выезжали, здесь был порядок. Угу. Я вот это не понимаю. Может быть, это от ударной волны? Помнишь последние... Ребят, помните? Кто их сдвигал и кто их раздвигал? Пишите. Помните? Да, пишите. И наши актеры их вот так делали. Сюда, а потом обратно. Помните это. Ай, кто подарил эту ромишку Даше? Напомню. Ой, ребята, кто мне его подарил? Кто внимательно смотрит видео? Ромишку. Он такой мягкий, такой хороший. Еще спасти можно, если пополивать его. Он такой наполовину. Да, этому цветочку чуть лучше. На второй этаж пойдем? Пошли, мне что-то как-то так стрёмно, я не знаю. Может быть, спустимся в спортзал, посмотрим. А там сейчас света нет. Я сейчас знаю, что сделаю. Что? Включу. Да, фонарик. Нужен свет. Так, что тут? Все вроде целое. Не знаю, что-то видно? Да, видно хорошо. Тут наши мячики. Гантели. Коврики, гантели. Стекла. Целые? Да, здесь да. А вот там вот. Да, все целое. Так. Это хорошо. Ну, вроде бы все на месте. Комната мальчишек. О, подожди, там что-то с окном. А, это жалюзи. Угу. Смотри, стекло разбито. А я не заметила. Обалдеть, ребят. Вот вам, пожалуйста, полностью. Самое интересное, это стекло разбито изнутри. Да. А не с улицы. Это не камнем кинули, это не с автоматов стреляли, ни граната, ни бомбы. Это ударной волной, прикинь. А вон возле нас, рядышком. Я уже показала ребятам, покажи, да. Покажи отсюда, взорванный дом, изгоревший от взрыва. Вот рядышком сгорел дом от взрыва. И ударной волной здесь детонировало, и внутреннее стекло лопнуло. Видите, ребята? Что
Только осколков. Так, ты смотри аккуратно. Ну и садись на кровати, потому что тут стекла. Вот, пожалуйста. Да, слава богу, мы в обуви зашли. Там можно наступить и будет очень больно. Видите, ребята, все-таки есть небольшие последствия. Но они минимальные. Да, это не страшно. Это не страшно. Ну все-таки. Слушай, так все нормально. Здесь не похоже, что кто-то мог быть. Да нет, все на месте. Все на месте, все хорошо. Помните, это комната Сима. Там окно разбито или нет? Здесь не окно, здесь тоже жалюзи. Тоже жалюзи. Странно, да, что они так сорваны? Видите, ребят, сорваны жалюзи. Уже. Это из-за ударной волны. Ого, как сильно снесло. Да, вообще вот. Это что? Это жалюзи, кусочки. Угу. Пластик. Вижу. Ну тут что, давай вещи соберем. Ты хотела не только посмотреть, как наш дом, и какую-то одежду взять. Что ты еще хотела? Да, ребятки, мы сейчас возьмем какую-то одежду. Мы немножко соберем. Да. Не все. Тут я очень много своих вещей попривозила еще до войны. Так дело что... в том, что мы прям непосредственно перед войной последние видео очень много новых вещей привезли. Вы их даже не видели, мы их не успели отснять. Эти вещи. И они просто новенькие здесь лежат. Да, надо все позабирать. Тем более впереди лето. Они могут понадобиться. А может это? Нашим подписчикам получше. Ой! Получше спонсорам какие-то вещи отправить, разыграть с нашего колледжа. А это очень классная идея, ребята. Как вы на это смотрите? Становитесь спонсорами Дашиных каналов, и мы между вами спонсорами разыграем вещи с колледжа. Которые носили ребята, например, которые носила я. Там подушку. На которой спала кто? Да, Танша. Да. Или, допустим, здесь место Нюши. Может быть, Хабиби, моя любимая игрушка, с которой я всегда просыпалась каждое утро. Ты готова его отдать своим подписчикам, своим спонсорам? Ну, самым крутым, да. Я люблю своих подписчиков. Это мой подарок тебе был. Ну. А ты его купил? В? Египте. В Египте. Точно. Аэропорту, я и забыла совсем. Мы улетали в Beauty Free. Он такой милый, ребят. Просто вообще, я обожаю. Не-не-не, я тебе не разрешаю его купить. Хорошо. Я шучу. Если хотите, пишите в комментариях, какие вещи вы хотели бы, чтобы вам Даша подарила. Пишите в комментариях. Да, ребята, обязательно пишите. Может быть, мы реально между всеми вами что-то разыграем. Хорошо. Вот наши реквизиты к съемкам. Коробки с подпиц. Вы просто не представляете, сколько тут всего пооставалось со всех видео. Тут и скелет, тут и подарки. Кто хочет маски, который снимался. Кто? Сим и Ник. Помните? Да. Кстати, у нас их аж целых 4. Да, синяя, розовая, желтая и зеленая. У нас есть оружие, как от русских оккупантов защитить свою страну. Да. И не дать им разрушить все, что мы тут долго-долго строили и любим. Давай, папа, мать! Помните, сколько серий мы отсняли с Хаги-Ваги? Пишите. Кто помнит, да, пишите в комментариях. Сколько. Правильные ответы и комментарии лайкнули. Я уже не помню. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я не помню. Я тоже не помню. Мы подряд отсняли несколько сериалов, саг, да? Сериалов, Хаги-Ваги, вампиры. У меня все вообще следует. Кто правильно напишет, сколько серий с Хаги-Ваги, Дашенька, будешь лайкать? Конечно. Обязательно буду лайкать, ребят. Посмотрите, сколько тут всего. Тут и цветочки, которые мне спортсмен дарил. И шарики на День Святого Валентина. Что тут еще? Кто помнит, в каком видео эта кукла снялась? Как она называлась? Как она называлась, это видео? Кто помнит? Я не помню. Я тоже не помню, ребят. Давайте нам напоминайте. Подписчики крутые. Да, ребят, у нас крутые. Маска поломанная. Да. Ну, кстати, кто помнит, с какого сериала, с какой игры это карточка? Кто помнит, что это за карточка? Пишите, давайте. И в каком сериале она была?
Тут, кстати, ребята, вот полицейская кепка лежит. Мы должны были вот тут всякие инвентарь. Да, мы купили аксессуары, но так их и не использовали. У нас должен был актер появиться в роли полицейского. Да, ребят, у нас столько было планов, вы не представляете. Наручники ему купили и кепку. Ну все, теперь я буду ходить. Даже... О, пап, тебе идет. Давайте комплименты папе. Ну все, пошли арестовывать кого-то. Не надо, не меня только. Да, ребят, у нас очень было много планов вообще. Да, но, к сожалению... Мы их будем пробовать реализовывать? Будем? Сзади осторожно. Да. Так, у нас тут баскетбольное кольцо. Мы их будем пробовать реализовывать. Главное, чтобы полностью прекратилась война. Да, сейчас самое главное, мы все этого ждем. А, я помню, как мы тут постоянно в дартс играли. Давай, папа. Кто у нас из актеров самый меткий был и кидал дартс? А ну, пишите в комментариях. Самый меткий? Да, это спортсмен был. Да. Или Сим. Мы все забыли уже. Я, наверное, начну... В общем, ребята, Даша обижается, что одного меня снимает. Она хочет, чтобы я еще и ее поснимал. Но я этого делать не буду, я себя все равно... Нет, смотрите, меня... Ну ладно, ладно, ладно. Я тоже красивая сегодня. В смысле, тоже? Ты всегда красивая. Это я сегодня немножко красивая, ты всегда. Спасибо большое. Так, я, наверное, начну. У доченьки поднялось настроение, когда она узнала, что дом цел и, возможно, съемки когда-нибудь начнутся. Главное, чтобы рядышком все было хорошо и не стреляли. Да, и все будет хорошо. Мы тоже на это надеемся. А пока снимаем для вас влоги. Вы сами просили. Да, здесь мы живые, настоящие. И не даю ей слова сказать, потому что мне что-то так понравилось с камерой. Ходить. Что ты меня толкаешь? Пишите в комментарии, может мне свой канал завести и перегнать Кошкину по просмотрам, по подписчикам, ну как-то так. Опа, ба-ба-ба-ба. Вот это вот мне не нравится. Так, вообще, плохой рассказ. Я это все вообще удалю, этого не будет. В общем, ребята, я, наверное, сейчас начну с гардеробной, там очень много моих вещей классного. Ребят, мы только что, пока я тут наводила порядки, папа позвонил по телефону, короче, подошел к окну и смотрите, что обнаружил. Либо это от выстрела, либо это осколком. Полностью пробито насквозь стеклопакет. Вот, окно полностью пробито насквозь с улицы. А потому что у нас соседей сгорел дом. Смотри. Обалдеть. Вот через забор, соседи, подними выше, руку сгорел дом. И даже не один, дальше второй. Вот сюда... Представляете, соседние дома, ребят, а наш не пострадал. Прилетела ракета, а это от нее осколком просочило, ну, пробило окно. Угу. Ну, это чудом. Просто наш дом, чудо. Дом наш уцелел чудом. Видите? Слушай, мы проезжали... Мне даже не верится, что это осколок. Такое ощущение, как будто пуля. Я даже этого не видел. Что я дом тоже. Соседский сгорел. Угу. Шунь. Что? Дашенька. Дашенька, ребят. Моя родная. Спасибо, видео любил ходить, дружить, за одной партой сидеть. Пишите в комментариях, кто это делал. Дашенька. Хорошенькая. Как она тут без нас? Скучала, наверное. Кто хочет подарок этого медведя? Для спонсоров. Становитесь спонсорами, мы разыграем. Обязательно. Главное от вас большой фидбэк, много комментариев. Если мы увидим, что вы действительно этого хотите, тогда сделаем розыгрыш между нашими спонсорами. Даш, ты уже много вещей собрала? Один пакет. Можешь, в принципе, его уже это забирать. Мало. Это мало, я знаю. Бери только то, что необходимо. Все не забирай. Хорошо. Я так и делаю. Я очень надеюсь, мы сюда вернемся. Я тоже очень надеюсь. Что мы сюда вернемся. Он кутанычки прятал. Наверное, спортсмен круассаны ел. Да, там. Его любимые круассаны. Пакетик от круассана. А, это в видео было. Он туда его прятал. Точно. А мне идет. Да, молодец. Ну, все к лицу. Да, я молодец. Все, продолжу собирать вещи. Мы только что, еще раз, я пошла в спортзал, перепроверила, может, еще что-то надо взять, там еще коврик я взяла, резинку для спорта,
почему-то одна, их было три. Очень странно. И еще мы заметили тазик, он лежал там под столом в спортзале. Мы зимой вместо снежков сделали импровизированные из бумаги. Да. И я не помню, в каком-то из видео... Мальчики нас закидывали, пока мы занимались, по-моему. Была снежная. Или мы их. Снежная это, битва. Битва, да. Так, куда их выбросить? Надо выбросить сейчас. А тазик? Тазик может понадобиться. Туда можно вещи положить разные. Точно, и удобно будет. Даша. Расскажи нашим подписчикам, это кто-то киндеры покупал, откуда это? Ребят, вообще это очень интересная история. Ой. Мы постоянно любили покупать киндеры, я помню, мне Ник покупал несколько раз, он всем девчонкам, я так поняла, покупал, он очень добрый. И вот мы собирали, у нас тут целая коллекция разных игрушек, я помню, мы игрались. Я во что мы там игрались? Мы вот это вот игрались, там всякие рогатки, всякие приколюхи. В общем... Кто любит киндеры? Пишите в комментариях, чем... Вот чем мы занимались пока... Между съемками. Да, в перерывах между съемками. Не, ну не только этим, еще вот... понятно. Еще вот хомячили сникерсы. И пили пепси-колу. Ну еще повторяли сценарий, текст, это тоже было очень важно. Мы не только... ленились. Так. Что дальше? Ребят, пишите, вы хотите, чтобы в этом доме дальше продолжали сниматься супер крутые серии про колледж и не только? Мы скучаем по съемкам, по ребятам. По всей этой атмосфере. Да. Ой. Было трудно, но все равно было всегда весело. Тихо. Да, всегда было весело. У нас такая компашка безбашенная собралась. Очень скучаю за этими временами и надеюсь, когда-нибудь, когда война закончится, мы соберемся и будем снимать для вас видосики. Опа, супер. Так, я сейчас несу вот эти вот коробочки, чтобы в них положить, может, там косметику, какие-то аксессуары. Столько воспоминаний вы себе просто не представляете. Да, когда на такое смотришь, просто глазам своим не веришь и в горле ком. Но, несмотря на это, я понимаю, что мне все равно нужно поднимать вам настроение, дарить вам позитив, улыбку. Несмотря на то, что мне самой иногда бывает тяжело, я все-таки пытаюсь это делать и буду делать дальше. Делала, делаю и буду делать. Читала ваши комментарии, многие пишут: «Даша, ты такая позитивная, сейчас так тяжело, а ты держишься, молодец, мы в тебе верим, ты супер, классно». Спасибо вам большое за эти комментарии. Я действительно стараюсь вам дарить позитив и думаю, вы это видите и цените. Знаешь, Даша, еще такой-то сука, еще много чего. Ладно, мы немножко не забываем. Да, так, папа пошел относить вещи. Я хочу этого слоника забрать, он такой милый, просто я его обожаю. Очень такой приятный. Так, я там еще некоторые вещи взяла. Сейчас берем и несем на первый этаж. Что там у тебя? Все хорошо? Да, я вот. Я испугалась. Последний раз сейчас хожу, смотрю, проверяю вообще, все ли я взяла, что хотела. Тут вроде бы все. Только что еще нашла Спайдермена. Хотела его забрать. Так. Забрала бы, честно, все. Потому что столько всего яркого, классного. Просто собиралась годами этих вещей для съемок. В итоге это сейчас все тут остается. Особенно вот этой комнате очень-очень много всего. Не один год собиралась. А вот что-то мне немножко грустно стало. Так, все, не грустим. Вау. Ребят, смотрите. Это не все. Вот оттуда
либо осколок от взрыва дома соседнего пролетело вот сюда, в дверь, разбило стекло насквозь. Видите? Тут осколки валяются. Мы не могли понять, это не все. Оно пролетело и остановилось в стене. Если бы тут стоял человек, его бы просто убило. На этом месте, если кто-нибудь стоял между окном и дверью, такая же самая была бы дырка, как и здесь. Даже человек... это страшно, конечно. Фух, ребята, это было нелегко, я вам скажу. Я дико замерзла. У меня ледяные руки, ледяной нос. Надо было одеваться потеплее. Папа сейчас пошел на второй этаж, там все перепроверить. Все ли мы взяли. Мы возьмем последние пакеты. Ну что, Дашунь, все взяли? Да, наконец-то управились. Машина полная, пошли. Да, ребят, мы вам сейчас покажем, как выглядит наша машина. Вы просто обалдеете. Хотя Даша говорит, да так, возьми несколько вещей и я все остальное оставим. Стой, стой, стой. А вон вывеска наша. Табличка. Табличка, художественно-спортивный колледж, пансион номер 1. А может это, мы что, ее оставим? А представляешь, если вдруг, ну вот опять что-то произойдет, и мы не сможем больше сюда вернуться. И все, что мы не забрали, также там останется. Я тоже об этом думала. Как память. Как память. Как память. Давай возьмем. Давай, пакеты мне. Сейчас я подожди. Давай. Открой. Ложи. Бери. Прав, на память надо забрать. Надеюсь, в машину влезет. Она такая полная. Я тоже надеюсь. Пошли. Да, пошли. Ребята, просто посмотрите. Сколько здесь вещей? Да, я только кроссовки свои любимые заберу и худи, и пару игрушек, и пару футболок. Машина полная, ее еще закрыть надо? Да. Надо, чтобы я надеюсь, она хоть закроется? Я тоже надеюсь. Мы вдвоем что-то происходило, мы веселились, мы смеялись, дурковали и так далее. Сколько было приятных моментов, сколько было веселья, прикольчиков. Да все будет еще это. Ну даже если что-то случится и не в этом доме, будет другой дом, другой сериал, другой колледж, а может и не колледж. Все будет, если все будет хорошо. Главное, чтобы мир был. Побыстрее закончилась война. Фу. Да ладно, что нет. Ты? Ну ты даешь. Не плачь. Я опустила камеру. Да, там где военные снимать нельзя. Мы это знаем и поэтому мы не снимаем. Что-то я растрогалась. И такое бывает. В общем, да, ребят, мы все надеемся на лучшее, что это все побыстрее закончится. И... да, закончится все, обязательно закончится. Украина выиграет, Украина победит. Мы сильные, мы выдержим. Итак, ребята, прошло уже несколько часов. За это время мы успели приехать домой, покушать.
выгрузить все вещи с машины. И сейчас я записываю для вас концовочку. Подписывайтесь на все мои соцсети, Телеграм, Инстаграм, на канал тоже подписывайтесь. Ну, я серьезно, подписывайтесь прямо сейчас. А также ставьте этому видео лайк и делитесь этим видео с друзьями. И всем пока-пока, до новых встреч! Муа!